Добрый вечер, это «Курящий из окна». Ну и вот у нас снова Айзек. Я сегодня вообще не планировал ничего записывать, потому что сегодня вечер пятницы и... Ну, в общем, вы сами понимаете, хотя говорить об этом я вам не буду. Можете догадываться сами, в каком я виде, или в каком я настроении, или в каком я состоянии. Но так или иначе, попробуем поиграться. Если запишу больше 20 минут, то буду выкладывать эту серию, если нет, то нет. Но пока что старт, и я думаю, что я хочу поиграть за Иуду. Мне искренне нравится этот парень, у него большой урон. И, в принципе, у него все, что надо. Ладно, поехали. Да, я тут играл сам для себя, мне понравилось играть за Иуду, потому что в тот раз, когда я играл сам для себя, я за первые два уровня бейзмента сумел набрать почти 4 HP апа. То ли 3, то ли 4, вот не помню точно. А, и напарываюсь, да. Внимание у меня, конечно, рассеяно просто полностью. Я, кстати, забыл, что у Иуда одно сердце. Но я думаю, что мы как-нибудь выживем. Ну, если не выживем, то начнем сразу же заново. Если у меня будет, скажем так, 3 совсем неудачные попытки поиграть, то значит ничего не будет. Будет эта серия с максимум дизлайков, со всем остальным и так далее. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Да, меня тут будут сейчас запирать, но я не сдаюсь, я убегаю. Да, все-таки убежал, и из этого сундучка должно бы выпасть сердце. Это было бы классно. Да, именно то, что надо. Можно, кстати, сразу пойти к боссу. Ну ладно, давайте поисследуем, что у нас здесь есть. Да, самое большое, что мне нравится в игре за Иуду, это его хорошая книжка. Вот когда я играл до этого, мне выпало еще одеяние монашки. И у меня эта книжка восстанавливалась вообще, черт знает как, через каждые 2-3 комнаты. Это книга Белиала, если вы не знаете. Да, в Африке горы вот такой вышины. Это технология. Это даже технология 2. Правда, подобрал я ее, по-моему, тогда, когда абсолютно этого не надо было делать. У меня маленький урон. Или нет? Ну, урон, конечно, да, урон маленький. Но я не знаю, будет влиять поднимание урона дальше или нет, но так или иначе я ее взял, будем стараться с этим, потому что с этим уж все-таки мне кажется полегче, чем без этого. Да, сюда нам не надо, но и пойдем к боссу, будем пытаться справляться со всем этим. Но если даже меня босс убьет, то все равно это будет лишний повод показать, как я проигрываю с технологией 2. Это тоже весело. Да, еще раз говорю, сегодня пятница, сегодня вечер. Не ругайтесь на меня. Да, это Видо. Самый мой нелюбимый босс, наверное, из последнего обновления. Да, сразу используем книгу Белиала. И стараемся не нарваться. Я, кстати, не знаю, книга Белиала вообще влияет на технологию, но мне кажется, что влияет, потому что бью я довольно не слабо, мне так кажется. Главное теперь не попадать под его раздачу. Потому что паучков-то я, в принципе, мочу довольно хорошо. Не накаркать бы, а? Да, я даже не получил урона. Класс. Да, и сразу же HP up, dog food. Который называется десертом почему-то в этой игре, но я, в принципе, понимаю, почему. Видно, наша мамочка кормила нас собачьей едой на десерт. Я знаю, я кэп, можете мне об этом не говорить. Ладно, пойдем дальше вниз. Будем изучать этот мир. Да, что-то я промахиваюсь мимо дырки. О, попал. Второй уровень пещер. Да, к сожалению, я уже не прошел его без получения урона, хотя были шансы. Обычно боссов я прохожу вообще. Хотя его половинку теряю, тут наоборот. На боссе не потерял ничего, потерял на, так сказать, разгоне. А, и снова теряю. Но я надеюсь, что все-таки действительно 20 минут будут моими, если меня сейчас не убьют, блин. Ну, ё-моё, ну что ж я такое творю-то, а? Сердечко не выпало. Ну, будем надеяться. Потому что помирать абсолютно не хочется. Да, ключик. Классно. А, вот это не классно. Они умеют стрелять через камни или нет, а? Дайте я хотя бы какашки расстреляю. Да, вот жалко, что я не умею стрелять через камни, потому что это было бы, конечно, хорошо. Ну ладно, давайте их выманивать по одному. Да, они по одному выманиваются очень плохо. Да, меня убили. Ну, как говорится, не судьба. А давайте поиграем еще раз, может, не выпадет еще что-то намного более лучшее. Я даже не буду выходить в меню, я буду нажимать реплей. Ну и в который раз говорю, что у нас пятничная серия, которая у меня будет скорее в стиле Дионикса, с надеждой, что пару раз проиграю, а потом мне повезет. Да. Это я брать не буду.
Конечно, выглядит оно массивно и красиво, но не буду. Монеток не взять. Да, кстати, Дионикс, если ты это смотришь, то куда ты делся, а? Мне реально грустно без твоих серий. Вот я сейчас тоже... О! Хо-хо! Большое чревоугодие. Первый раз вижу такое, а? Блин! Это не классно. Не, это классно, конечно, но... Это то, чего я никак не ожидал. Мне кажется, я сейчас снова помру. Первый раз вижу такого, когда его успели добавить. Да, повезло. О-о-о! Ага! И нам снова выпадает жир. Целых 2 HP-апа. Вот сейчас мы, может, и поживем немножко. Берем сердечко, я специально его не взял сразу, я взял его уже потом. Да, сюда мы не пойдем в комнату с зубами, пойдем, наверное, сразу к боссу снова. Жалко, что книгу потратил на это чревоугодие. Но, конечно, это стоило того. Так, сюда я ходил. Да, сюда я ходил, здесь мне ничего не надо. Да, Duke of Flies. Что-то мне кажется, что музыка заиграла раньше, чем должна была. Но может и нет, я что-то давно вообще в Айзека не играл, у меня даже такие легкие. Ну, имеется в виду, не играл вот так вот. Я обычно, когда играю сам с собой, я смотрю в процессе какой-нибудь сериал, слушаю. Айзек у меня развернут на четверть экрана. И без музыки. Поэтому я вот и музыке и удивился. Но с музыкой Айзек намного лучше. Я очень надеюсь, что она сейчас записывается и вообще. Но, в принципе, я ее отключаю именно в игре, так что если она есть у меня в ушах, то она и записывается тоже. Так. Ну, блин, давай уже. Да, снова. Ай, нет, не надо, не надо. Ну, блин. Все-таки урончик у меня довольно маленький. Это печально. Он успевает рожать мух быстрее, чем я успеваю с ним хоть что-нибудь сделать. Но, по крайней мере, пока что я еще не получал урона от него. А он от меня получил только что. Да, все-таки накаркал, все-таки получил я урон. Ай, нет, не получил. А еще раз не получу, сейчас не получил. Все, еще один HP up. Как я говорю в таких случаях, это же классно. Нет, так я обычно не говорю. Я говорю либо здорово, либо это же офигенски. Да, магазин мне по-прежнему не надо было, так что я думаю, я сделал правильно, что пошел прямо сюда. Я не могу смотреть на этот туалет дальше, я вырубаю эту заставку, правда, пока я об этом говорил, она уже успела доиграться. Ладно. Ключика у меня, как ни странно, нету, хотя, мне кажется, я его подбирал. И почему у меня Basement 2? Странно, ну ладно. Мне что-то казалось, что я уже на третьем уровне, но может это меня глючит из-за того, что я только что играл, еще и проиграл. Скорее всего, так и есть, но... В другом случае, если я на первом уровне подобрал 3 HP апа, то это вообще здорово. Так, книга у меня восстановилась, теперь можно идти черт знает на кого. Но пока что, да, пока что меня естественно запирают. О, зелененький очухался. Ну, сейчас мы его будем аккуратно добивать. Из него что-то вывалится. Да, ключик. Бомбочка. Ага. А тут надо проверить аккуратно и тайную комнату, это синий камень взорвать. Но мне кажется, тайной комнаты здесь не может быть. По определению. О, это для дамага. Да, дамаг ап. Или кто любит чистое произношение. Дэмэдж ап. Хотя вряд ли это чистое произношение, но все-таки. Пойдем дальше вниз. Да, в сокровищницу я, по-моему, еще... Нет, сокровищницу я уже пытался, у меня не было ключа. А сейчас ключ у меня есть, мы туда пойдем. Давно я этой штуки не видел. Я даже не буду говорить, как она называется. Потому что это не очень эстетично. Да, и брать ее я, естественно, не буду. Во-первых, потому что это не очень эстетично, а во-вторых, потому что она мне нафиг не нужна, если у меня есть такая книжка. Так, ну пока везет. Скажем так, у меня уже даже урон красненький, а не обычный. Я думаю, что с книжкой у меня урон будет уже вообще здоровский. Сейчас бы я, конечно, с удовольствием еще нашел одеяние монашки, но будем надеяться. Пока что, по крайней мере, жир я нашел точно так же, как в том прохождении, где находил это одеяние. Так что есть шансы. Хотя, конечно, это абсолютно чисто умозрительные выводы. А то, как от меня убегают тульи, мне абсолютно не нравится, потому что я их сложно догоняю. У меня повышена логика сегодня, так что не обращайте на это внимания.
Еще один ключик. Да, библиотеку. Ну, как бы можно сходить в библиотеку, просто проверить, что там есть. Потому что все равно взамен этой книжки я не буду брать ничего. Да, вот я не помню, что такое книга грехов. Если она дает что-то... Да, она дает что-то, мы ее использовали, естественно, и взяли обратно. Но эта книжка... Ну, короче говоря, для чайников нам ничего не даст, потому что она действует на одну комнату. Поэтому брать я ее не буду, значит, следовательно, идем снова к боссу. И да, все-таки тайную комнату я, пожалуй, проверю хотя бы здесь. Да, и она здесь есть. Ну, скажем так, не самая лучшая тайная комната, какая могла быть, но и не самая худшая. Почему его нельзя убивать, а? От какашки можно, а его нельзя. Может, он тоже из какашек? Только из таких стареньких, потому что белый уже. Да, идем к боссу. Ну, это Ларри Джуниор. От него я получу урон, наверное, в одно сердечко, с учетом того, что я себя довольно давно не играл по-человечески. Ай-яй-яй-яй, нет, нас не догонят. Как бы я не любил этот проект. Ай, нет, нас не запрут тоже, блин, запер все-таки, зараза. Ну, в принципе, пока половину, да. Я это же восстанавливаю, еще один HP up, классно. Мне это начинает нравиться. Правда, тогда я получил примерно столько же HP up'ов и проиграл абсолютно в глупой ситуации, но будем надеяться, что этого не будет. Бультых. Да, мы всего лишь на третьем уровне пещер, так что это не смертельно. Ай-яй-яй-яй-яй! Чё ж ты такой быстрый-то, а? Я чё-то привык, что эти прыщики обычно довольно быстро разгоняются, а только потом уже начинают стрелять. Но видно, сегодня это не так. Да, ну вот этот кастет, он, конечно, ничего сильного не дает, но и ничего неприятного тоже. Будем стреляться зубами, мы уже такой очень странный товарищ на вид. Да, и, кстати, это катакомба, у нас будет много паучков. Но пока что паучков нет, у нас есть взрывные работы. Это тоже здорово. Ха, действительно, пауков нет и вообще соперников нет. Куда все подевались? Зря спросил, куда все подевались. Ну ладно, у меня уже не такой нубский урон, как у меня мог быть. Так что я буду надеяться на лучшее. Я даже, кстати, с Ларри Джуниором, по-моему, забыл использовать свою книжку Белиала, потому что... Ну, действительно, урона вполне хватает. Монетка, монетка. Монетка, еще раз монетка. Блин, одинокие паровозики. Это самое печальное, что может быть. Естественно, на один я нарвался, но на второй не нарвался. А вот одинокие какашки я не знаю. Но мне просто нравится их расстреливать. Потому что ничего плохого от этого не бывает, а хорошего... Хорошего тоже не бывает, но я как бы... Человек нервный, мне не нравится то, что у меня остались нерастрелянные какашки. О, сразу. Да, это... Первый раз вижу такой натюрморт. Хотя, скорее всего, это даже пейзаж. А возможно, это... А больше я не знаю жанров картин, поэтому не буду выделываться. Вот я не знаю, дождаться магазина или все-таки потратиться в этом автомате. Но давайте я сначала пройду весь уровень, потом все-таки проверю. Хм, а я вот в эту комнату, которая справа, пройду просто так или только через тайную комнату? Мне кажется, все-таки пройду. Все-таки пройду весь уровень, поищу магазин, а потом уже, если что, то вернусь. И буду тратить деньги, если 15 монет не накоплю. Потому что все-таки из этого автомата никогда не выпадает то, что можно купить в магазине. Блин, чё ж мне все на зелененьких-то везет, а? Меня это уже начинает раздражать. Ну, наверное, это тоже пятница, вечер, все зелененькие. Хотя чисто так, по логике, все зелененькими должны быть в субботу утром. А если еще по большей логике, то в воскресенье, потому что отдыхать лучше с субботы на воскресенье, чем с пятницы на субботу. Хотя у большинства моих зрителей сейчас, скорее всего, каникулы, так что вам без разницы, когда отдыхать, если вы уже доросли до этого. Так. Да. Ой, нет. Да. Ай, нет. Ага. Паучка. Нет, паучков мне не надо.
Я, кстати, что-то редко встречаю эти паучковые ульи на ножках. Я не знаю, как их называть правильно. Ну, паутинки на ножках. Ну вот, посмотрел на них еще раз. Они мне по-прежнему не понравились. А, воравились, господи. Что же это? Так-так, окое, господи. Я не успеваю за ними, за всеми следить. Вот этого синенького я сейчас буду бить. Потому что из него что-то вывалится и что-то определенно хорошее. Хотя даже не знаю. Тут надо под настроение смотреть. Иногда хочется бить беленьких, иногда синеньких. Да не посчитают это расизмом. Да, сердечко, то что надо. Но бомбы я тратить не буду наполовинку. Может быть, только если потом. Все-таки надо как-то это делать аккуратнее, а то... Ой, блин, да. Паутина, конечно, это неприятно. Потому что я привык рассчитывать свои возможности, и они как-то не совпадают с тем, что выходит из паутины. А это у нас таблетка. Safety cap. Сохраненный кэп. Так, нет, бомбы я не буду тратить и здесь. Я, пожалуй, все-таки пойду да изучаю уровень. И, кстати, у меня уже начинает пересыхать во рту, так что, скорее всего, как раз я сделаю маленькую паузу, когда победю босса, окажусь победителем, отдоминирую. Блин, вы меня задолбали, когда я в шутку говорю «победю», а вы мне говорите, что так говорить нельзя. Возможно, вы мне, конечно, это говорите тоже в шутку, но... Говорите тогда со скобочкой. Потому что без смайлика в интернете я юмор плохо понимаю. В жизни да, а в интернете нет. Так, ну да, монеток просто дофига, магазина по-прежнему нету. Ну и бомб тоже по-прежнему нету, поэтому... Пока что я не буду добывать эти монетки, мне все-таки бомбы дороже. Потому что чувствую, закончится это тем, что в магазине... Ой, господи. Чё ж я так зеваю-то? Тем, что в магазине я буду покупать те же самые бомбы, причем дороже, чем мне это вышло. Ну ё-моё, да. Чё-то как-то я размеренно все это прохожу, и пока что мне не везет находить ни босса, ничего. Но с другой стороны, здесь-то я и должен проходить весь уровень, так что... Босс это не главное. Первая таблетка, по-моему. Чё-то мне абсолютно не везет на таблетке. На рейндждаун, классно. Ну ничего. Мы будем сильными. Мы переживем любые таблетки, зато теперь я знаю, чего не брать. И вообще, я не помню. Чё-то вот в прошлый раз я играл за Юду, и мне тоже не везло на таблетки. Может, у него есть какая-то такая антииммунитет? Не знаю, надо будет проверить. Чё-то я в последнее время литературу по Айзеку не читал. В последнее время я вообще что-то мало читаю. Ай-яй-яй-яй, ну что ж я сделал-то? Это я случайно. Да, Тирсап. Все интереснее и интереснее, все чудесатее и чудесатее. И снова зелененькие. Ай, ну что ж такое? Даже не завяз нигде, просто как-то неудачно нажал на кнопку. Ну ладно. Ай, не попал. Сейчас ты по мне тоже не попадешь. Или попадешь, а? Не, не попадешь. Да, е. О, это у нас что, дайм или никель? Это никель, но все равно хорошо. Да, и теперь нам уже надо искать магазин, потому что я наконец-то набрал 15 монет. Если меня алчности не доминируют там где-нибудь, то все будет хорошо. Господи, что же это такое? Это нет, книжечку мы используем сейчас. Потому что мне это не нравится. Мне это очень не нравится. Ну просто вообще. Как бы... Да, даже на это не напал, не наступил. Здорово. Да, но все-таки к боссу пока еще рано. Я надеюсь восстановить здоровье хотя бы или в магазине, или в автомате. Да, снова все заперто. Но у меня есть две бомбы. Ха, а как бы это аккуратно взорвать, чтобы и уронить тот блок, и взорвать синий блок, и получить то, что с него? Может, где-нибудь здесь? Давайте так попробуем. Да, получилось. Тирсап. Да. Ну это я как бы так радуюсь. Это у меня эмоции такие, если что. А вот это я не радуюсь. Это у меня тоже эмоции такие, если что. Ну да ладно. В этот раз я с ним встречаюсь уже не таким слабеньким, как до этого, но все равно он мне жутко не нравится. Пожалуй, алчность это один из таких мини-боссов, которых я ненавижу просто больше всего. Да. Ладно, одолели.
Чё-то, кстати, денег у меня, по-моему, больше, чем было до этого. А может и нет. Но обидно, что магазина не было. Блин. Ладно. Костры. Я под них не попаду. Я под них не попал. Так, и что из этого мне полезнее? Это или это, а? Не, все-таки я оставлю таблетку. Я не помню, что они дают. Сегодня я играю без сайта, потому что ну его нафиг. Да, пожалуй, я пройду к автомату. Постараюсь остановить здоровье, потратить денег. Ой! Блин, это было страшно. У меня даже подвисла немножко игра. Ну так, слабенько, конечно. Но все равно. Да, сейчас мы пойдем в тайную комнату, будем сорить баблом. И, кстати, я уже записываю 20 минут, так что эта серия по-любому идет в эфир. Сейчас я потрачу на автомат еще 5 минут лишних. Но вряд ли. Потому что проигрываю я довольно быстро все, тем более с таким везением. Ну хотя бы бомбу восстановил, а то хорошо. Да, это то, чего я хотел. Но я просто хочу доиграть, чтобы взорвать этот автомат, получить с него еще все, что вообще возможно с него получить. Он сам взорвался, кстати, доллар, зараза, мне не дал. Дал таблетку, которая наверняка будет что-нибудь даун. Не понял. Пуберти. И что это дало? Абсолютно не понял. Забыл посмотреть в правый нижний угол, поэтому потом надо будет проверить, или вы мне в комменты напишите. Только не всем скопом. Да, у нас осталось совсем ничего. Вторую тайную комнату я, пожалуй, все-таки искать не буду. Блин, а. Да. Без урончика! Курящий наконец-то играет без урончика. Да, кстати. Нет, не кстати. Синих камней нет по-прежнему. Кстати, на синие камни я внимания как-то вообще не обращаю, так что... Может быть, вы уже меня обложили всего матом? Но может быть и нет. А, еще раз без урончика. Да. Куда бы еще пойти? Да, у меня там недопройдено две комнаты. Пожалуй, через них я и пройду. Там, конечно, нету ничего полезного, кроме паровозика. Да, с урончиком. Ну ладно, это не такой страшный урончик. Последний паровозик. Нет, последний паровозик еще жив. Последний паровозик. Помирай. Помер. Молодец. Так, сходить за той половинкой сердца или все-таки нет? Пожалуй, все-таки сначала сюда. Да, естественно, на закуску мне дали алчностей, но я не попаду под их раздачу. Я на это очень надеюсь, потому что это все-таки алчность, которая стреляет только двумя, а не тремя. От которой стреляет тремя, то я вообще не уворачиваюсь. А которая двумя еще ничего. Да, не зря сходил. Только это было не на закуску, тут еще что-то есть. Ну это вообще здорово. Это же сокровищница, блин. Думал, убегу, но все-таки мои спринтерские задатки не такие высокие, а жаль. Ладно, идем сюда. Не помню, что это такое, но наверняка вещь классная. Давайте-ка я посмотрю на свои статы. По сути, это должно быть это. Но я не уверен. Да, у меня максимальный урон. Пирчинг шотс? Проникающие, что ли? Нет. И что это такое? Ну ладно, проверим по ходу игры, пока врагов нету. Я думаю, как будут враги, так я буду сразу понимать, что это. А может быть и нет. Но так или иначе, у нас моднявое перо в башке. Я надеюсь, что оно в ней целиком, а не только в волосах, которых у нас, впрочем, нету. Потому что Айзеку и так хорошо. Ладно. Все-таки возьму я этот сундук и это сердце. Это я брать не буду, потому что ну его нафиг. И... мы... идем... к боссу. Но это не босс, это так. Хотя... кстати, он еще и без этого. Еще и без камней. Мне кажется, это вообще будет сплошная халява. Халява, я сказал. Лява, я сказал. Да, это была халява.
Но тут у нас будет еще второй босс. Кстати, наверное, зря я использовал книгу Белиала на этого. Ну ладно, будем надеяться. Так, куда мне идти? Мне идти сюда, и снова босс. Ну это тоже, это Хаск. Это старина Хаск. Ну это какой-то такой, он как-то очень активно все это делает. Я вообще забыл, что он умеет стрелять не только... как это называется, не только мухами, но и этим. Блин, и мне везет на HP-апы, не накаркать бы. Еще один HP-ап. Ну чего, идти сюда или нет, а? Дайте я все-таки сейчас прервусь немножко, передохну. А потом мы с вами решим, идти нам в комнату дьявола или все-таки нет. Потому что если там Крампус, у меня есть реальные шансы прокакать этот уровень. Ну и я снова с вами. Ну и, пожалуй, все-таки пойдем сюда, чтобы не было потом беспочвенных объявлений. Господи, объявлений, обвинений. Ой-ё, нам дали лопату. Покупать ее или не покупать, интересно? Вот даже не знаю, а? С одной стороны, конечно, это было бы здорово. С другой, как-то не очень интересно будет с лопатой. Даже не знаю, это моральная дилемма. Ну ладненько, давайте все-таки возьмем ее, пожалуй. Это даже круче книги Белиала, тем более, что урон у меня все равно максимальный. И будем проводить это время чуть побыстрее, чем я рассчитывал. Но пока что мы падаем и так. Снова эти ноги. Даже мультики повторяются в одном прохождении. Я уже их сегодня видел. Может, конечно, и нет. Ладно, пойдем. Я надеюсь, что помирать мы пока что не планируем. В принципе, я сейчас жалею, что я взял лопату, потому что я с ней обращаться сильно не умею, и вообще с ней не так интересно. Но это будет наш запасной шанс, можно так сказать. Я вот не помню, при битве с боссом можно в комнате босса вырыть прямо эту ямку и, так сказать, свалить от него при невыгодных условиях для меня? Вот это, пожалуй, самый верный вариант, при котором я хочу ее использовать. Больше не хочу. Потому что мне интересно пособирать все это, мне интересно развить своего персонажа. И все остальное. А вот когда со мной поступают так, как поступают сейчас, мне уже хочется пользоваться ей. Но я буду сдерживать себя. О, пиявка. О, ой, блин. Да, что-то я какой-то эмоциональный сегодня, даже странно. О, фистула. А нам сюда надо, а? Это, по-моему, фистула, которая... Ой, первый раз, по-моему, вижу такую фистулу, нет? Из нее бомбы вываливаются, или это мне показалось? Нет, бомбы все-таки. Значит, не первый. Просто я их очень быстро взрываю. Мне казалось, она просто сама по себе взрывается. Но нет. Так, давайте-ка аккуратненько. Давайте, чуть слышно, давайте в полголоса. Да, не так там пелось. Угу. Ну давайте исследуем уровень целиком. Потому что все-таки мне интересно найти магазин. У меня денег дофига, а... тратить их не на что. Так, 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 а почему тут нету? Почему тут нету? Почему тут нету бомбы? Вернее, этой. Как она называется правильно? Бочки с горючим. Хм. Я нашел пилюли. Ну давайте съедим, а. Но есть же пилюля, почему ее не съесть? Кстати, у него выражение лица поменялось. Классно. Не замечал такого раньше. Чего у нас на битве дают? Нет, за обычный сундук я, по-моему, не хочу драться. Мне так кажется. Конечно, говорят, что в обычных сундуках могут быть даже артефакты, но все равно, как бы, лопату я ни на что не променяю, а... что-то такое просто полезное, мне кажется, оттуда вряд ли... Выпадет. Хорошо, хотя не Господи, у меня мозга не хватает все это соображать так быстро. Кровавый след не оставляют. Вот с мозгами я бы точно так не справился, потому что я бы уже давно помер в том, что они оставили после себя. Так, сундучок я пока что не буду брать, потому что... я ищу магазин, он может быть заперт. Тайной комнаты тут нету, что печально. Здесь тоже ничего не было. Тогда, значит, назад. За сундуком я все-таки драться не буду, как я уже сказал. Ой, выпрямиться бы, а то я тут какой-то сгорбленный сижу. У меня от этого еще голос, наверное, такой немножко. Чуть другой. Хотя обычно всегда сижу в таком... черт знает какой позе. Ну да ладно. Так, какое заманчивое предложение.
Монетки-то можно было бы и собрать, но мне кажется, мне их не на что собирать. Так что пока что идем сюда. Так, эти я, по-моему, с двух уда... Блин, все-таки неправильно выстрелил. Я думал... Блин, нет. Вот так вот, да. Дальше. Какой-то длинный уровень, а? Да. И все-таки большой урон это хорошо, главное, чтобы я успел пробежать. А я успеваю пробежать. Ага. И вот у нас, собственно, магазин. Что в нем есть? В нем есть карта. В нем есть еще этот костер, который надо тушить как можно быстрее. Да, карту я по-любому беру. Она пригодится в чреве, если я до него дойду. Наверное, я все-таки куплю еще и сердечко. И синее сердечко тоже, гулять так гулять. Больше ничего не буду. Ну и пойдем доисследуем, что у нас тут осталось. Да, синий камень тоже хорошо. Жалко, конечно, неправильно взорвал, мог бы еще мальчика освободить, но да. Не повезет тебе, мальчик. А вот это я не помню, что такое, а. Это то ли луч света будет падать сверху, либо это все-таки крылья. Нет, это луч света, его я брать не буду. Ну его нафиг, а. Лопата лучше перышка. Хотя никем это и не доказано. Так, а в тайную комнату я ходил или нет? Она как так интересно обозначена? Мне что-то кажется, что нет, потому что иначе здесь бы было больше взрывов. Ну, давайте сходим, может я заодно все-таки эти монетки открою. Хотя бы эту половину. Да, все здорово. Да, это я удачно зашел. Ну, стандартная тайная комната, но хотя бы в ней нет никаких врагов, нет ничего неприятного. Даже бомб нету. Так что все правильно. Ну, идем к боссу. Или все-таки через лопату пройти этого босса. Не знаю, надо посмотреть хотя бы, что за босс. Если что, то лопату я, как уже говорил, всегда успею. Я на это очень надеюсь. Потому что так помирать это будет абсолютно глупо. Ну, это монстра 2. В принципе, ну, давайте попробуем подраться. Из него может выпасть что-то полезненькое. Потому что я хочу еще HP-апов. Мне понравилось брать HP-апы. Блин, а? Он, окажется, стреляет целыми... Как это называется? Целыми жизнями. Причем так, здорово стреляет, а? Я как-то не рассчитывал на это. Да, и по-моему я все-таки... А, это, наверное, улучшенный монстра 2, а? Он какого-то не такого цвета немножко. Блин, все-таки нарываюсь. Я хочу HP-ап от тебя получить. И вообще, кстати, против него есть тактика, что надо просто рядом с ним двигаться, тогда он будет либо прыгать, либо только лазером стреляться. А не прыгать по верхам, а не стрелять черт знает чем. Но как бы мне эта тактика, я ее пытаюсь сейчас использовать. Да, е. Но правда, HP-апа мне, блин, не дали. Зато дали плетку, которую я до сих пор не помню, что делает. Как-то она, по-моему, на скорость влияет. Но зато у нас полное здоровье будет. Тоже хорошо. Shot speed up. Ну, что-то типа того, ладно. Пойдем дальше. Вот я, кстати, не помню, у нас тут будет все-таки мамочка или уже сердце мамочки. Если здесь сердце мамочки, то у нас на этом уровне должна быть боссом мамочка. А если нет, то значит нет. О, блин, бластоцист. Цист, блин. Так, одного снесли. Одного снесли. А второго тоже снесли. Я хочу дойти до секретной комнаты, как минимум. Еще найти бы здесь что-нибудь хорошее. Так, ну не запираю... О! Точно, так вот что эта стрела давала. Я могу хотя бы этих убивать именно вот так, попадая по ним куда хочу. Ну, в принципе, это и на пиктограмме моих слез тоже нарисовано, то, что... Стрела проникает что-то, и можно было поэтому догадаться, но вот я такой тупой, я не догадался. Рубашки... Ну, я капитан... Не капитан очевидность даже, а как это называется? Акын. Что вижу, о том и пою. Или это не Акын делает, не помню. Там есть какие-то два разных вида этих поэтов, блин, ну ё-моё, ну что такое, ну... Не, ну вас нафиг, а. Так нечестно. Умирать я абсолютно не хочу, хочу хотя бы мамочку пройти. Так, 10 бомб. С одной стороны, это хорошо, с другой нафиг не надо.
Ладно, мы уже приближаемся к тайной комнате, но лопату надо держать на изготовке. Да, это здорово. Правда, ключей нету, блин. Ой-ё, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. За что? Так нечестно, а. Хотя, в принципе, если я сейчас пойду в чрево, то как бы я там с таким здоровьем вообще не выживу. Но, с другой стороны, меня сейчас замочит алчность, поэтому я ныряю сюда. Фу, помалочность для меня действительно сложнее любых боссов. Ну и теперь же будем стараться выживать здесь. У нас прямо здесь тайная комната, что меня радует. Надеюсь, там алчности не будет. Не зря надеялся. Она тут есть, но она спокойная. Так, вот где тут босс может быть, интересно? Может, здесь? Ой, кишечные палочки! Палочки! Все, меня сейчас убьют. Или все-таки нет? Ну, конечно, так хорошо идти и так проиграть, это надо уметь. Но я умею, чего я могу сказать. Ладно, пойдем сюда. Так. Нечего тут, нет, все-таки есть чего. Ну да, это было, конечно, эпичный проигрыш. Не то чтобы сильно эпичный, но было здорово. С лопатой можно было пройти куда дальше. Но меня подвела алчность. А вам, я думаю, все равно могла бы и понравиться эта серия. Хоть мне и не было ничего такого особо выдающегося, но кое-что и было. Все, это был Курящий из окна. Смотрите, подписывайтесь, и все-таки эта серия была поинтереснее предыдущей. Пока. А, нет. До свидания. Пока. Воу.